внезапно непривитыми могут оказаться почти 12 миллионов жителей Германии. 1 октября вступил в силу новый закон о защите от инфекций. Изменяются правила. Полностью привитыми будут считаться люди только после третьей вакцинации, при условии, что третью прививку сделали не меньше, чем через 3 месяца после второй. Также полную защиту и соответствующий сертификат гарантируют 2 прививки и подтвержденная коронавирусная инфекция. Аптеки Германии не получают нужного количества лекарств. Глава Ассоциации немецких фармацевтов Ханс-Петер Хубман говорит, что нехватка коснулась около 250 лекарственных средств. Сложно достать болеутоляющие, таблетки от давления и диабета. Причин у дефицита несколько. В Европе сокращается разнообразие производства лекарственных средств. Также фиксируются проблемы с поставками. Сбои происходят из-за коронавирусных ограничений на Дальнем Востоке. Активные ингредиенты производители получают в основном из Индии и Китая. К другим темам. Трансляции матчей чемпионата мира по футболу в Катаре жители Германии смогут посмотреть на большом экране в публичном месте. Правительство разрешило, несмотря на возможный шум. Футбол в Германии – один из самых любимых видов спорта. Ради него готовы отказаться от привычных правил и терпеть неудобства. Чемпионат мира по футболу в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря. Совсем скоро популярный рыбный рынок в Гамбурге потеряет часть своей привлекательности. Сюда приходили и за курами-несушками, и за домашними кроликами. Теперь всему этому разнообразию приходит конец. Хозяйственный орган города выдал официальный запрет на продажу домашних животных на рынке. Он вступит в силу с 4-го квартала 2022 года.